Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Ну и не поднимай. Идем. Богат, масочка. Да, спасибо. Слушай, ну, рассказывай давай. Как в отпуск съездил? Да как? Здорово. Привет. Все слегли. Жена, теща, дочка. И даже любимая. Собака. Знаешь, что я тебе скажу? Надо маску всегда носить. Даже когда рядом родственник чихает. Вот так. Это да. Это кошмар. Но ведь пережили же. Я считаю, это дело надо отметить. И тем более повод есть. Мне сегодня очередную льготу наш профсоюз дал. По коллективному договору. Надо бы и мне зайти в наш профсоюз. Ого. Только сегодня не смогу. Слышал, Иваныч слег. Иваныч? Так он же у нас этот морж. Все в шоке. Говорят, сильно прихватил. Я вот передачку ему везу. Иваныч. Ну что, Соня, нравится? Шикарно. Привет, пап. Привет, семья. Привет, Соня. Ну, как дела? Двойки все в дневнике замазала? Фу, а что у нас происходит-то? Что за неделя моды в Милане? Тамара Васильевна, физкульт, привет. А вы с мамой скупили полмагазина. Ну ты что? Ой, Соня шутит, всего пару платьев. Привет, пап! Привет, сынок. Сходим на фото рыбалку? Обязательно сходим, ну, если море теплое будет. Температура воды в июле 28 градусов. О, как! А ты что сидишь? Ты же хотел с Тумановым сходить и «Зенит» посмотреть. Ты понимаешь, в чем дело? У нас Иваныч в больницу попал. Витька к нему уехал. Завтра моя очередь. Иваныч! Как же так? А так. Вижу один выход. Вакцинация. А я давно вам всем говорила, что давайте с семьей вместе это сделаем. А что происходит-то, а? Па, ты чего такой испуганный? Ты что, боишься уколов? Папа ничего не боится. Правда, па? Конечно. Держи краба. Петр, даже президент уже сделал. Ну чего нам бояться? Тамара Васильевна, во-первых, я не президент. А во-вторых, пойду-ка я схожу за хлебом. Ну, конечно. У Пети как что-то ответственное, он сразу за хлебом. Перчатки не забудь надеть. Петь, может, тебе тоже вакцинироваться, как мама сказала, а? Послушай, Маш, давай подумаем о чем-нибудь хорошем. На работе достали, по телеку достали. Давай подумаем о том, как мы на море. Солнце шпарит, чайки кричат. Шум прибоя доносится. А мы лежим, и море ласкает наши ноги. Поберегись! Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста, я спросить. Вы не подскажете? Нет. Молодой человек, я где нахожусь? Дыши. Качаем.
еще молодой мужик. Ты же в больнице должен. А, ну да. А ты его что, знаешь? Знаю, Петя, знаю. А он у нас с работы, что ли? С работы, Петя, с работы. А я его знаю. А ты подойди поближе. Дыши. Дыши. Адреналин. Адреналин пошел. Давай, крепкий же парень. Качаем. Иваныч! Дыши. Давай. Реанимацию прекращаем. Мы его потеряли. Это же я! Это я! Алло. Понятно. Петь, кто это? Иваныч, реанимация. Ну вот и все. Ждем вас через 2 недели на повторную. Это кино. И в этом кино счастливый финал. Иногда мы в жизни не успеваем делать какие-то важные вещи. Позаботьтесь о своем здоровье, запишитесь на вакцинацию. Это рекомендация меня как специалиста и добрый совет вам, дорогие коллеги. Давайте вместе сделаем эту жизнь счастливее и безопаснее. Берегите себя и своих близких. Запишитесь на вакцинацию. «Газпром» профсоюз рекомендует.